Сегодня, когда мы приехали в город Самара, нас встретил замечательный фан-клуб этого города и подарил нам вкусных орешков. Орешков из чего? Ну, таких вкусных. Орешки такие, которые из печенюшек, и орешки с сгущенкой. Тебе понравились они? Да, очень вкусные. Вот мы съели, наверное, килограмм полтора или два там было, в общем, было очень много. Все съели. Лена все никак не может успокоиться. На самом деле я очень люблю этот инструмент, но я не умею играть, потому что я не знаю нот. А мы умеем играть вместе с Нютой. А давай. Пришла Наташа. Угу. Здравствуй. Здрасте. Что делаешь? Ничего. Наташа поставила стакан на стол и ушла. В общем, мы находимся в городе Самара, будем готовиться к концерту, я что-нибудь попозже еще, надеюсь, сниму. Я читаю журнал Brave Girl и нашла тут нас. Да, мы тоже обратили внимание. Мы тут рассказываем, про что мы одеваемся. Вот Лена говорит, честно говоря, я всегда одеваюсь так, чтобы было просто и удобно. Иногда это спортивный стиль, иногда и классика. Аня говорит, то, что ей нравятся яркие вещи, например, желтая кофточка, цветные рукавички. Мне так говорит, какую-то чушь. Прикинь, я вот недавно это... Зашла в киоск, если тебе не рассказывала, и очень долго спорила с продавцом, что Brave Girl существует. Вы просто новый, поэтому вообще никто не знает, какой это выпуск. Номер 6. Я шпаклююсь. Шпаклевку делаешь? Да. Аня мне подарила вот такое же зеркальце, как у нее, шоколадка. Только вот это ее, а мое сейчас покажу. А мое вот такое. Черный шоколад. Аня! Ой! Да? На два. Мое полотенце. На три. Моя жидкость. На сцену. На три. На три. Все пошли на сцену. Маленьким тельцем, с большой головой и с большими глазками. На самом деле, этого волка подарили Лене, вот, а я его монтаж, слезно пожалуйста. Умоляла мне отдать. И Лена расплакалась, но отдала его. Лен, как тебе моя скрипка? Моя игрушка. А это, где Руслан на барабан? Лен, расскажи, как тебе моя скрипка? Я ржала, я даже не смогла кричать. Давайте тебе расскажем, в чем дело. А Лене в ухо, Лена играет с монитором, вывели Жене на скрипку. И Женя ей сыграла, в общем, соло. Лена была в шоке. Я, короче, играю соло на бас-гитаре. А я же так вот стою. Ну. И меня дети начали за эту ногу тащить, я уже вот так вот играла в конце.
они с меня начали ботинок снимать. Я, короче, переживала за свой ботинок, что я потом домой я буду идти босиком. Хорошо, что они себя не сняли. Сереж, прикинь, короче, когда я играла на скрипке, я присела. Девочки звонят Сереже. Людям поближе, и они меня подняли, прикинь. Да. Ну что там отвечать? Ага. Наташа не разговаривает по телефону. В общем, вот так проходит время после концертов.